О святая Екатерину, Деву и мученице истинная Христова невеста, молим Тя через особливую благодать, ей уже предвори Тя жених Твой, сладчайший Иисус, якоже посрамивший прелести мучителя, мудростью Твоею 50 витий победила еси, и напоивший их небесным учением, к свету истинные веры наставила еси. Тако и спроси и нам оную Божию мудрость. Да и мы, расторгнувши вся козни адского мучителя, и презрев мира и плоти соблазны, достойны явимся божественные славы, и к расширению святые нашей православные веры сосуды достойны соделаемся. И с Тобою в небесной скинии Господа и Владыку нашего Иисуса Христа хвалим и прославляем во вся веки. Аминь.